Всем привет, друзья! Наступили холода, уже зима, видите, поэтому надо утепляться. Я вот утеплился, купил куртку от MyProtein. Она очень, короче, легкая и теплая. И, блин, на самом деле я на машине еду, чего я парюсь? Короче, ссылка в описании, ребят. Покупайте, утепляйтесь, все будет четко. Здорово, Санек! Здорово, погнали на тренинг. Погнали на тренинг, мы сегодня будем снимать 3 или сколько, или 5, возможно. Сколько найдем, столько снимем. Сколько найдем, столько и снимем критических ошибок в жиме лежа. Полетели. Всем привет, друзья. И сегодня мы вам что расскажем? Сегодня мы расскажем правильную технику и неправильную технику. Покажем вам в жиме лежа. Думаю, будет интересно для вас, потому что многие делают ошибки в жиме лежа, и это приводит к травмам. Ну и вы ничего не накачаете, если будете делать неправильную технику. Все, поехали. Погнали. Первая самая распространенная ошибка – это гуляющие ноги, когда ребята не твердо стоят на ногах, а у них начинается двигаться. Правильно делать вот так вот. Вторая ошибка в жиме лежа – это то, что многие не делают мост. Они стараются прижать полностью поясницу во избежание включения остальных мышечных групп. То есть они стараются изолировать грудь, но при этом это уже получается не натуральное движение. У вас все равно должен всегда оставаться небольшой прогиб в спине. Но он должен быть естественным, у всех он будет разный. Можно жопой показать. Видно там? Да. Можно даже рукой, кстати, посмотреть. Третья ошибка, которая очень часто встречается у новичков, это залом кисти. То есть, когда они начинают делать жим, у них получается штанга из-за тяжести уходит вот так вот. Из-за этого может быть вот здесь вот залом, и потом у вас начнут болеть предплечья и кисти на более высоких весах уже. Вот так делаем правильно. Четвертая ошибка – это частая отбивка, когда вес очень большой. Начинаете отбивать, дабы вот этот вот маленький промежуток пройти на инерции, а не на силе. Опять же, показываю, как делать правильно. Пятая ошибка, ребят, это когда вы на больших весах начинаете отрывать задницу. У вас должны быть четко опора. Голова, потом лопатки, попа и ноги. Все. Остальные части не нужно поднимать. То есть эти части должны всегда находиться на скамье, не нужно их отрывать никогда. Шестая ошибка, которая также чаще всего встречается у новичков, а как же иначе, это когда вы опускаете штангу, она должна у вас касаться низа груди, вот этой вот полоски. А многие начинают опускать на шею, из-за этого получают травму. Наверное, последняя ошибка, которую я чаще всего замечаю в зале, это когда ребята жмут, они стараются пожать большой вес, чтобы показать друзьям или выпендриться перед девчонками, и они начинают делать там в 1/3 или в 1/2 амплитуды, что также делать неправильно. Ну что, ребята, если у вас есть такие ошибки, то постарайтесь найти их, исправить и никогда так больше не делать, потому что они вас приведут только к травмам, а нам наша цель – это красивые мышцы и здоровье. По-любому. А так, всем спасибо за внимание. Пока.